приветствую, друзья, товарищи и соратники по автомобильному делу. Есть такая заповедь: не суди и не судим будешь. Так вот, мы честно и порядочно клянемся, что осуждать всякую тявкающую нашу снимающую братью мы не будем. Потому что, ну, негоже льву рычать на всяких там шавок. А лев должен питаться. Питаться чем? Ну, разумеется, потрясающе вкусной олениной. Свежий, кстати. И эту оленину поставляет нам другой автомобильный лев, делится с нами. Это Автоград, что на маржине 9. И эта оленина полноприводная, не залежалая там в Москве, а свежая. И если кто-то скажет, что, допустим, оленина в приготовлении китайских, а точнее корейских поваров, это ерунда, то я скажу, что это лох с пейджем. Потому как корейская кухня является одной из самых вкусных в мире. И вот корейская кухня, а точнее сегодняшнее наше блюдо, блюдо, скажем так, из космоса. Это Самгьянг Родиус. И почему я сказал, что не судите, не судим будете? Потому что нельзя судить о автомобиле по публикациям, кстати, нашей отечественной прессы. Кто-то называл Самгьянг Родиус, ну, скажем так, созвучно уродским автомобилем. Я говорю, ну, может быть, с перепоя, что ли? Вы приедете в Автоград и посмотрите, как он выглядит вживую. Я сегодня сел сюда, я был просто поражен. У этого автомобиля нету конкурента физически. Я-то видел минивены и не знаю, что это такое. Давайте обсудим преимущества вот этих космолетов. Ну, пункт А, они впереди планеты всей. Пункт Б, даже Мерседес, у которого позаимствовали детали подвески и двигатель, не сделал такой автомобиль. Потому что, ну, нет аналогов у Мерседеса. Скажите, минивены типа Винто? Нет, это совсем не то. Потому что этот полноприводный агрегат с двигателем 2.7, очень удачным двигателем, очень тяговитым, просто отличным, который развивает 171 лошадиную силу, турбированный, и для чего-то здесь сделана еще и понижающая передача, для чего, я не понимаю. Чем может похвастаться Самгьянг Родиус? Дизайном вопросов нет. Именно посмотрев на это лицо в движении, я понял, откуда у Оптёна появились, ну, стрелочки на глазах. И это азарт, это мощь. Ну, в общем, то, что надо для автомобиля. Задняя часть. Опять же, вопросов нет. Все стилизовано и немножко напоминает частями Mercedes S-класса. Но, разумеется, здесь не S-класс, а что-то рядом стоящее, но выполненное по-другому. Потому что эта машина предназначена для того, чтобы вы ездили, не заботясь о отсутствии мощности. И вы, кстати, можете прокатиться и на Типтроник. Есть такой вариант. Причем Типтроник выполнен на включающемся, как переключатели, на рычаге переключения коробки автоматической передачи. Вот, пожалуйста. Славненький такой, да? Джипец, блин. Теперь я спокойно переключаюсь уже на руле. Такого я не видел нигде. Это почти из формулы. Ну, дальше поедем на драйве. АБС. Без вопросов. Подушки безопасности, да, есть. Центральная консоль. Два мощных приборных отсека. Температура двигателя, тахометр, спидометр и, разумеется, сколько вам солярки осталось. Но я думаю, что по аппетитам тут вопрос нет. Но основное преимущество – это огромных размеров салон. Спереди сидят два человека по-человечески на капитанских сиденьях, на нормальных. Все что угодно. Хотите компакт-диски, пожалуйста, вам не надо никуда лезть. Два бардачка, климат-контроль, причем двухзонный. И еще заднее сиденье. А вот теперь, чему я порадовался и что я поэкспериментировал. Я поэкспериментировал с трансформацией салона. Хотите ехать все три ряда сидений спереди, ну, смотря вперед. Хотите, пожалуйста, сделать бизнес-вариант. Развернули, 3 секунды. А хотите сделать из автомобиля что-то более вместительное, чем пикап, убираете легко задний ряд сидений. И вам не надо издеваться, измываться. Вы можете пройти на задний ряд сидений, на полноценный задний ряд сидений, через проход между вторым рядом. Вы можете спокойно отодвинуть одно из сидений. В общем, потрясающая машина по такой цене 1 миллион, ну, 190 тысяч рублей. Конкурентов, как я уже сказал, нету и не может быть. Потому что даже американские потрясающие вены, ну, честно говоря, проигрывают. Что касается Автограда, да, еще раз, и глубокий респект. И хочется мне такую машину, вопросов нет. И, в принципе, как бы при большом желании можно и напрячься.
Тем более, что ну, приходится мне возить и не 5 человек в Форде Торус, а 8. Но это уже мелочи жизни. И теперь, в заключение, я, честно говоря, посоветую Владимиру Владимировичу, ну, не по 250 тысяч, на которые ничто не купишь, а по Сангьян к Родиусу дать той семье, которая обещает торжественно клянется, ну, вот мы, допустим, завести 3 детей, потому как, ну, скажем так, жилищная проблема решена, а я бы детей возил бы в этом автомобиле. А потом и внуков, знаете почему? Потому что папа, мама, дед, бабушка и еще 3 внука. Ну как круто!